Привет! Слава Украине! Слава ЗСУ! Поздравляю всех с началом настоящей освободительной операции на территории пока еще существующей Российской Федерации. Продолжаем рубрику «Что ели люди, победившие русско-фашистских захватчиков?» Итак, поехали! Морковочка, лучочек, помидорчики, картошечка, огурчики вот такие дали, 3 и 1, разные, короче. Это салатик, зеленушечка, дынька, вот такая хорошая дынька. Дальше идем, сельдерей, киви, 4 абрикосинки, 2 персичка, 2, 4, 6, 8 яблочек, 2 авокадинки, 1 апельсинчик, перец, 2, простите, перчичка, дальше пудинг сухой, нарезочка свиная, шинка, сладость, сладкий шоколадный заяц, тыква, шампиньоны, минералка, макарошки, хлебушек, булочки с сыром, булочки сладкие, хлебушек, соус, чили прям. Это пусть будет аджика, это фасоль и пудинг сухой был. Вот это все. Сегодня и всю эту неделю будут есть люди, победившие русско-фашистских захватчиков. Всех поэтому с началом великого освобождения, не побоюсь этого слова, наших территорий в будущем. Ну, либо зоны безопасности 100 километров, но не важно. Просто отодвигаем границы. Всем пока. Слава Терабарону.